О доме в своем родном районе Елена Хмелевцова мечтает давно. И вот мечта близка к воплощению. Будущий новосел мысленно уже обживает квартиру. Я хочу сделать свою квартиру уютной, теплой, чтобы радовало меня и мою семью, чтобы там нам было приятно жить. А самый приятный нюанс – молодым специалистам компенсируют 20% стоимости жилья. Большинство собственников используют эти деньги в качестве первоначального взноса. В новый дом въедут не только авиазаводчане. К строительству жилья для своих сотрудников подключились и другие компании и предприятия. С Леонидом Яковлевичем мы в прошлом году еще вели, весь прошлый год договаривались, определялись, включали в бюджет. Все остальные как бы не очень сильно верили, что это может случиться. И вот когда это соглашение состоялось, и когда уже выделена площадка и началось реальное строительство, появилось уже много желающих. В новый дом на равных долях вложились и работодатели, и правительство, и мэрия. Строительство МЖК только набирает обороты, но город выделит столько площадок, сколько потребуется. Здесь, на участке, на котором мы находимся, это как раз вот по соглашению, то, что когда Вячеслав Владимирович приезжал на авиационный завод, было тогда принято решение о выделении бесплатно земельного участка. В городе это уже третий эксперимент по строительству МЖК. Два из них благополучно закончились. Ключи от квартир новоселы получат уже в следующем году. Софья Евдокимова, Виктор Еланцев. Новости дня.